get cracking! Ну что ж, друзья, возвращаемся, продолжаем. Not Today против команды Na'Vi US. Второй матч Best of 3 лузер финала. Плей-офф в Dota 2 Champions League 4 сезона североамериканского дивизиона. Так, ну что, Not Today. Для них это решающий матч. То есть сейчас они либо влетают, либо пан, либо пропал, одним словом. Либо сравняют они счет с Na'Vi, либо с турнира они влетают, и Na'Vi у нас переходит в гранд-финал. Банит Сковорот Мага, банит Эршейкера. Terrible Blade с Death Profit забанен. Na'Vi получает себе Разора первым пиком. Но она туда и забирает Faceless YD. Забирает Вайпера, показывает, что шутки шутить они не собираются. Такие достаточно нейтральные баны были от Not Today. То есть они решили, что сейчас они выпустят довольно много героев, которые сейчас у нас актуальны, которые прям-таки first ban, first pick материал. Одного из этих героев, понятно, что заберут себе Na'Vi, но в то же время для самих будут опции. Вот они как раз Вайпера свои дома и получили. Не просто так они банили различных Эршейкеров, Сковорот Магов. Ну и Na'Vi аж призадумались от такого хода. Кентавр. Берут оффлейн для Корука. Ну и время банить. Время банить очевидной комбинации, то есть комбинации различных АОЕ, которые будут летать. Хроносфера, Faceless YD. Not Today осталось пару саппортов, остался еще какой-то товарищ. В мид, скорее всего. На мид можно поставить вайпер, но в то же время хотелось бы какого-то агрессивного героя иметь еще помимо этого. Ну, на самом деле можно по-разному перемещать между лейнами. Что вайпер, что Faceless YD, можно ставить куда угодно вообще, притыкать. В Race King банят. Na'Vi хотят спокойно драться, чтобы не было там комбинаций по 10 раз убивать одного и того же героя. Бан, значит, опричный от Not Today. Можно было себе забрать этого саппорта, у них первый пик после банов, но решили, что он, самим он неудобный. Кстати, посмотрим, появится ли Жакира их любимый. Вот Na'Vi пока думает дальше. Для Na'Vi достаточно неприятный драфт. Разор разором, но контролировать, если будет вайпер, если будет контролировать Faceless YD, то и урона много не насосет, и в тимфайте как-то он не распугает всех особо. И опять же, кентавр есть, но Корок в последнее время на кентавре как-то он не впечатлял, прямо скажем. Поэтому надеяться, что будет прям-таки быстрый блинк и тотальная доминация, тоже, наверное, не стоит. Надо аккуратно подойти к драфту и все продумать. Банит Жакира все-таки. Вспомни про этого героя Na'Vi. Ну и последний бан сейчас от Not Today. Наверное, тоже продолжат они по саппортам. У них первый пик, они себе какого-то удобного саппорта все равно заберут, получат. Посмотрим, кстати, кто это будет. Банит Сент Кинга и появляется Лич. Ну действительно, почему бы и нет. В прошлом матче Лич хроносферы забрасывал со стороны Na'Vi US. Ну и на этот раз Not Today решили сами попробовать, как это работает. Сент Кинг вчера огромнейшей проблемой был для команды Not Today. Играли они против SNA, против Sneaky Nix Assassins. И Сент Кинг там аж рампейдж сделал. Чуть ли не соло. Уничтожал людей в пещере Рошан, там влетал. Было довольно любопытно. Так, ну что, Na'Vi, 9 секунд всего. Время все меньше и меньше. Шаду демон. Стоять подальше и просто сейвить людей, в которых влетает весь прокаст. Инвокер для Not Today. Они вообще шутить не хотят здесь, они хотят просто победить. Что, Войд влетает, хроносфера дает, туда Лич, Чейнфрост, туда Инвокер. Прокас свой, и Метеора, и Дефринг Бласт все сдает.
Ну а потом что остается, вайпер вгрызается, замедляет, всей командой потихонечку щелкает. Ну и плюс еще одного саппорта сейчас возьмут, то есть не удивлюсь, если еще даже что-то появится любопытное в таком же плане. Так, ну что, Нави, думаю, дальше Мирана. Очевидный ответ, что не надо даваться, собраться в пятером на тудей, надо устраивать раннее давление, ранее доминацию какую-то. Шадудем Мирана будет бегать между лейнами, пытаться заработать огромное количество преимуществ еще в ранней игре, еще до того, как все началось, еще до того, как появляется ультимейт у Вайда, когда нет еще у вайпера аганимы и так далее. Инвокер невкачанный. Посмотрим, будет ли это саппорт Мирана. Скорее всего, все-таки будет это саппорт Мирана, но чем черт не шутит. Я думаю, какой-то корей еще здесь появится для товарища Экскалибура. Майн Бремастера на тудей. Разором можно было действительно отдать Экскалибуру и еще какого-то агрессивного героя взять на мид и просто давить действительно. Ну и Нави, последний бан. Какой еще саппорт здесь будет, помимо Лича? Ну, какой-то стан на них, наверное, хотелось бы. Лич доктора банит. Не ставил десвард. Кстати, неплохо придумали. Это, пожалуй, идеальнейший вариант был для Not Today, что и стан есть, если что, телепорт забивал бы. И в то же время подхилит, надамажит. В таком лайнапе очень мощный саппорт был бы. Ну, на тудей все равно выбор достаточно богатый, то не думают. Если хоть воин Full Spirit бери, ради бога, что и свапать под кентавром можно спасать. И опять же минус армор даст, если свайду с инвокером. Ну, пожалуй, самый большой вопрос для Нави, куда отправится Лич? На каком из лейнов он будет стоять? Будет ли он портить жизнь кому-то из товарищей, которые фармят? То есть, допустим, Разор выходит на мид он обычно доминирует, но если туда приходит Лич, начинает донать, у него крипов начинает выбрасывать с него фростбласт, и понятно, что можно будет ударяться там пассивку, но пассивка это не так страшно для Лича. Лич позволит один из лейнов прям-таки выиграть. Но туда и решили до конца прям-таки нас интриговать. Ну, могут себе позволить, матч для них решающий. Вылетать понятно, что не хочется. Драфт у них достаточно серьезный уже. Ну, финальный штришок. Надо продумать. Виндрейнджер. Саппорт Виндрейнджер, само собой. Ну что, посмотрим. Пытаются экспериментировать на Today уже. Не в первый раз они берут Виндрейнджер. Пытаются реализовывать этого героя. Иногда получается, иногда прям-таки здорово у них выходило. Были у них матчи, где Виндрейнджер там привязывал всех подряд. Они просто расстреливали. Играли очень агрессивно. Но после этого был еще и матч, где Виндрейнджер просто вообще ничего толком не делал. Погибал он там чуть ли не по кулдауну смерти. Кулдаун респауна. Посмотрим, какая из игр будет это. Достаточно жадные саппорты, что... Ну, Лич понятно, что он будет стоять просто жевать крипов. Виндрейнджер тоже хотелось бы какой-то опыт иметь. Поэтому, скорее всего, будет исключительно от полами заниматься. Никакой агрессии здесь от Today в ранней игре вообще не будет. Понимают это Нави, поэтому берут спектру и... Готовы они. Готовы к фармгонке. Готовы пробовать пытаться как-то воевать по одному. Точно выгрызать людей. Когда на Today соберутся пятером, конечно, будет очень неприятно. Но я думаю, можно будет с этим как-то пытаться работать. Там и сейвы Shadow Demon, и инвиз Мираны. Плюс мувспид с ее липом будет давать. Плюс мувспид кентавра будет давать. Своим глоблом. Стампид прожимать будет. Так что там, не ремейкли. Хочет паузу фокт, но все равно они ее обычно нажимают. Кентавр у них отвалится, куда-то пропал корок.
Ну, он жалуется на свои проблемы, у него с интернетом, он в лобби нам отписывал, что у него пинг скачет. Так, ну что, паузу ставим, смотрим пока что здесь. Господа из Нави, Excalibur будет играть на Разоре, стенд-ин Excalibur, снейкинг на спектре. Достаточно странно, снейкинг обычно ходит на оффлейн, но, видимо, сейчас отправит его с FA фармить. Рагнарёк на Миране, саппорт Мирана, Фокт, Шадо Демон, но и остался товарищ Корок, который будет играть на Кентавре. По лейну все более-менее понятно, то есть оффлейн Кентавр. К нему с самого начала можно даже попробовать переместить Фокда с Рагнарёком, попробовать поубивать, ну и как-то по карте они могут пройтись. Попробовать там прятать людей в Disruption и запускать в нее стрелы. Так, ну и Not Today. Мистика на Виндрейнджер. А, на Вайпере. Михок. Если сводит, Смэш отправится на мид на Инвокере, ну и Масоку на Личе. Ну, кстати, посмотрим, как расставить сейчас лейны. На мид можно и Вайпер отправить, на мид можно отправить и Инвокера. Вопрос, кому удобнее будет стоять против Разора. Наверное, все-таки Инвокера за счет Экзорта, который дает просто флейт урон. И плюс еще появится там и Алакрити, и Форспириты. Можно будет попроще добивать крипов, даже если высасывает стать клинком. Ну и, пожалуй, самая большая проблема, что саппорт у них не настолько агрессивный. Они, конечно, неприятны в том плане, что лич будет жевать крипов, что опытом не досчитается, скорее всего, спектра именно не досчитается. Не удивлюсь, если лич отправится сейчас либо в мид против Разора стоять, пытаться помогать своему мидеру, либо на оффлейн просто не давать опыта вражескому кэрри, не давать вам фарм. Но как только вкачается уровень, когда появится длинный шклшот, когда появится чейнфрост, там уже по кулдауну хроносферы можно будет воевать, можно будет драться. Ну и в принципе понятно, что Not Today строит весь свой план исключительно вокруг хроносферы. То есть если хроносфера неудачная, то все, отбой, надо просто бежать. Скорее всего так и будет происходить. Понятно, что Smash будет качеством в Exort опять. Исключительно он играл там просто в Exort, качал Салакрити с Метеором на лейне стоял. Конечно, тоже он прайд кликает, может быть, кого-нибудь бурстанет быстренько, но это дело такое же. Ну здесь. И Кентавр может в ответ. Ну и Нави. У Нави задача понятна, они отфармливают Разоры, это Блэк Кимбар, это Аганим. Возможно, еще и Мек. Посмотрим, появится ли Мек у Экскальбера. В принципе, Мека необходима, прямо-таки. Блин, у Кентавра тайминг в плане агрессии, то есть, насколько быстро начнут они сами нападать. Не только блинк, еще и ультимейт. То есть, если ультимейт появится достаточно быстро, можно будет уже прям-таки нападать. Стампидом убегает Фокт под стампидом. Гарантированно цепляет кого-то Disruption, но это уже стрела, стан и так далее. До свидания. Ну и снейкинг с его спектрой. Посмотрим, насколько быстро появится Радианс. Тайминг Радианса здесь, пожалуй, самый критичный. Если на спектру будет оказываться давление, если лич у ней будет воровать крипов у этой спектры, то тогда, глядишь, не взлетит снейкинг, если будет его убивать еще. Получится совсем неловко. Пока что не возвращается Нави. Корок вообще куда-то ушел, судя по всему, но Фок там пока что не вылетает. Он вроде там проверяет свой интернет, тестирует пинг. И посмотрим, сейчас может быть либо ремейк попросит, либо еще что-то придумают. Надеюсь, все не настолько серьезно. У нас бывает пауза по 3 часа. Вот радость, шатауты дает. Ну, я думаю, сейчас достаточно активный будет early game от Фогда с Рагнарёком. Можно прямо закупиться Clarity и ходить перемещаться между лейнами. У Not Today задача лейны расставить так, чтобы когда придут господа ганкеры, им было неудобно ганкать.
Общается, товарищ. Развлекается. А мы с вами ждем, ничего поделать. Ну, вообще, должен заметить, что драфт на вес теперь мне нравится гораздо больше, когда появился спектрам. То есть, стало все довольно надежным. В том плане, что по тимфайтам есть и разор, есть спектра, что... Надо концентрироваться на них, на всех, они при этом достаточно плотные герои. Помимо этого есть кентавр. Ну и огромное количество ютильти от Мирана, все это поможет. То есть либо Сен-Виз набегут, либо в случае проблем дается, либо все на муспиде просто убегают. Стрелами отстреливаются. Выглядит все неплохо. У Not Today же, казалось бы, ну вроде бы неплохие коры, что и урона много, и точечно они готовы обрабатывать с кого угодно. Но в то же время, именно в плане тимфайтов у них... Плантимфайт все построено исключительно на комбинации Хроносферы и Чейнфроста. Ну, с прокастом Инвокера, конечно же. И опять же, если Хроносфера не пошла, если успели как-то отреагировать, как-то проконтролировали Вайда, то уже, собственно, на этом все. Придется на туда и разбегаться, придется им что-то придумывать. То есть для Нави задача вести себя аккуратно в файтах. Ну и как только они увидят Вайда, с Вайдом пытаться что-то сделать. Было бы неплохо какой-нибудь сайленсом иметь для этого фейслес Вайда, но... Здесь уж... Я не думаю, что орки кто-то будет прям-таки рашить из саппортов. Админ не торопит игроков. Поэтому мы с вами тоже ждем. Не торопимся. Так, вот, появляется Скорок. Вроде бы готов. Вроде вернулся. Торопит Вайпер. Тоже не терпится уже играть. Можно его понять. Вроде нормально. Если нормально, то и бог с ним. Так что давайте играть. Го-го. Желаю удачи. Так, ну и побежали. Снейкинг отправляется на топ. То есть на топе будет фармить спектра. Корок получает сейфлейн. Такой вот внезапный свич они сделали, что Корок будет... Как-то, похоже, не доверяют они им прям-таки оффлейн, чтобы он стоял там, подвергался опасности. Он агрессивный игрок, он показывал нам, что на кентавре он вообще безбашенно себя ведет и бежит. Просто всех бьет просто. Поэтому он идет на сайфлейн сейчас, скорее всего. Хотя в пятером как-то все вместе они убегают. Сейчас посмотрим, может быть. Не станут они так рисковать. Но на самом деле, почему бы и нет? То есть можно так попробовать. На самом деле можно оставить и Корока здесь. Ты ему как раз вард сунули. Я и думаю, что все-таки его здесь оставят на топе. Не буду так рисковать Нави. Можно было попробовать, учитывая, что агрессивно очень трейлейм получается с Шадоу Демоном, с Мираной. И будь то Кентавр, будь то Спектра. Спектра даже, наверное, комфортнее, учитывая, что не оранжевый, это Спектрал Даггер. Контроль ее. На случай, если Кентавр не успел бы добежать к Дисерапшену, Спектра все равно дотянется, замедлит. Так, ну и прошлись, посмотрели. Посмотрим, кто куда будет перемещаться. Да, Корок все-таки вниз. Снейкинга оставляют на топе, то есть будет он так фармить. Ну а господа саппорты так и будут перемещаться. Пожалуй, самая большая проблема, что саппортам так и надо будет вокруг топа бегать. И в этом плане у них будут руки связаны, что особо с топа сейчас никуда не уйдешь. Другое дело, что в случае чего и Снейкинг, он может не постесняться и просто вниз прилететь. Они могут в любой момент сделать обратный свич. Вернуть обратно на топ Корок, который к тому времени уже получит безопасные левелы. Уже вернется на топ достаточно серьезным и с ботинками, и со всем остальным, и будет готов к каким-то сражениям. В качественные спалы идут искать. Идут смотреть, кто где. Есть вард сходил, поставили эндрейнджер, но пока что информации вообще нет, где находится саппорт, поэтому надо вести себя осторожно немножко. Ну и появляется спектра, становится понятно, что здесь будет опасно, поэтому прячется прямо-таки под вышку нот. Так, вайпер видно, надо цеплять вайпер, но не стали это делать, их двое всего.
плюс вайпера стрелы запускается, тоже занятие такое. Он вкачает на ходу коррозив скин. Особо не пострадает. Поэтому торопиться не стоит все-таки. Ну и Корок встречает Фейслиса Вода с лечом. Понятно, что Войд здесь будет на фрифарме. То Корока навряд ли они допустят до крипов. Ему это не так важно. Ему главное, что он опыт имеет, а остальное уже дело десятое. Выходит Мирану в мид, начинает помогать Экскальбору. Если ребята вынуждены фармить подушку исключительно. Лейн, конечно, запушился очень неприятным. И у Снейкинга. Так, Корок. Корок попался. Санстрайком залепил ему инвокер. Как-то я не ожидал, что хватит урона с первым-то форрестбластом, но тем не менее подловили. Даже на сейфлейне видно, что проблемы у него начинаются, но надеюсь, что не покатится он дальше. Экскалибр стоит пофармливает, но понятно, что за инвокером теперь нужен глаз да глаз, что на другие лейны смеш обращает все-таки внимание. Качественнее уже, кстати, Алакрис, вот он пострелит по крипам. Получает и урон дополнительный. А так спид тоже помогает. Лич за иллюзиями, Корок теперь должен держаться вдвойне аккуратно, ну а теперь на топе должны быть какие-то размены. Тем не менее, Шадоуден пока что бегал, ходил за руной, смотрел. Можно посмотреть за инвокером, здесь попробовать его спрятать, что-то с ним сообразить. Но смеш Фогда прогоняет. Плюс еще и неприятно, что не зацепил скрип. Ну и в принципе на всех лейнах у Not Today все не так и плохо. Если не считая, что на топе вайпер некоторое время пугался. Сейчас он должен понимать, что саппорты... Ну, кстати, саппорт нажали смог. Вот сейчас на топе, возможно, будут неприятности у этого самого вайпера. Опять-таки, вайпера убить не так-то и просто. Он довольно худой товарищ в начальной игре, но уже вкачан коррозив скин. Стик закуплен, и если что, будет пытаться просто выживать. Ну и от пула делает виндрейнджер, и этот смог в итоге в никуда. То есть, стоят аккуратно на топе, на остальных лейнах все просто прекрасно. Забирали фестблад. Ну и Корка опять неприятности. Можно влетать на самом деле, непонятно почему не стал никак рисковать, но решил, видимо, что не стоит. У него 6 танков, можно было просто съесть дерево и пойти до конца на Корока. Ну и пошел, действительно. Так, Корок жует деревья, проходит. Получает плюшку. Баш не прокает. Прыгает Войд, перепрыгивает Корока, понимает, что как неловко получилось. Он полмонополу потратил просто в никуда. А инвокеры тем временем приходили ганкли, собственно, поэтому никаких санстрайков здесь не было, хоть уже второй экзорт. Корока было бы достаточно больно, но и кентавр так побегал кругами и в итоге живет. В то же время инвокер особо здесь не пострадал, как мы видим. Снейкинга оставили одного на топе теперь. Вайпер начинает вести себя очень дерзко, начинает наплевывать. Они вдвоем с Виндрейнджером могут просто перехарать сейчас эту спектру отсюда выгнать. Поэтому теперь уже Нави понимает, что в плане лейнинга у них как-то все неловко. Кентару все равно здесь только опыт получает. Казалось бы, можно спектру перемещать сейчас обратно на сейфлейн, но в то же время там находится лич, который будет все равно опыт поедать. Фарм доставаться особо не будет. Так, опять прыгает на Корока. Сейф ТП. Корок наступает на Михок. Пошел санстрайк в эту Корок. Санстрайк делит они двоих. Но Корок просто убивается. Тайм дабл эджем и дарит Вайда Фогду. Разменял себя на фейслис Вайда. Надеюсь, что он добьет его, что получит с него сам опыт. Но, видимо, что не пошло немножко. Так, ну и возвращается обратно. Даже Михок уже 5 уровня, скоро появится хроносфера, и вот тогда уже начнется самое интересное. Смэш тоже 5-го, есть в бутылке. Баунти руна этого немножко разгонит. Так, кого спрятали Лича. Лича неприятности, гонит за ним Корок, но Корок... Мало того, что Фрост Армор его замедляет, так еще и замедляет его. Если свой, еще и башло его там. Баша уже начинает прокать. На 2 поинта взят таймлок. И потом появится хроносфера, урона будет довольно много. Если повезет, конечно же. Но Лич тоже 5-го, наравне с инвокером примерно он идет. Миран для сравнения 2-го левела, вот он Миран пытается перемещаться, пытается хоть кого-нибудь подцепить. Он как-то вокруг меда ходил, наворачивал круги, но инвокера они так и не поймали.
Поэтому надо как-то немного подуспокоиться и обеспечить сохранность лейнов. Поэтому Фокт начинает делать отпулы, ну а Мирана должна с ними вместе ходить. Это как-то они по отдельности ходят, это не так эффективно. Казалось бы, довольно страшный дуалейн, что они будут давать дисрапшн и будут запускать стрелы, но это вообще пока не работает. И как все выглядит немножко странно, признаем честно. В итоге, удобный лейн, разве что на миде. У Нави, там на фрифарме Excalibur, ему особо не мешает этот самый инвокер. Так, у Спектра проблемы. Спектра на Spectral Dagger он прячется. Прилетает Excalibur, начинают они пытаться убивать Вайпера. Вайпер с коррозией скином, но это не спасает от дизолейта. Снейкинг Вайпера просто распилил. Летит на базу. Сейчас есть хаунт, и можно влетать сейчас на Михок, как только отрегенится. Но регенится он довольно долго, Михок сам начинает нападать на корок. Есть дисрапшн, можно прятаться, пока что солкетчер дали. Влетает наконец-то хаунтом Снейкинг. Дает себе несколько секунд буквально отрегенится, ну и за Масоком. Добивает Масок, корок на лох хп, но тем не менее прогоняет он фейсис вайда. Снейкинг прям таки агрессивно бежит, ну вот так вот он и лейнами свичнулся в итоге. Что кентавра он сейчас прогонит, прогоняет он корок, корок пойдет сейчас на топ. Так, на меде смеш. И просто гаслок нажал и до свидания. Миран застрял в итоге в кустах. Нет, кстати, здесь есть дорожка. Поменяли немножко все это хозяйство. Так, приходит Лич. Начинает воевать с Мираном и получает от Фогда. И Фогд как-то прям агрессивно себя ведет. До конца решил. Ну что, давайте смотреть, что есть по Нетворсу. На первом месте Excalibur. На втором месте Снейкинг, который умело сбежал ганкой, в то же время вернулся, собрал золото, собрал экспу. Так, на Вайда. Солкетчер. Хроносферу получают. Замечательный хроносфер на двоих, и Санстрайк Снейкинг вот уже и разор остался. На первом месте Вайпер перемещается на второе. Так. Мистика до конца прям за Фогдом. Приходится нажимать Виндран. Фростбаст тоже урона не хватило. Фок начинает отплевываться. Мистика его все-таки находит, все-таки добивает, но сам погибнет от Рагнарёка. Хоть какой-то опыт для Мирана, то Мирана 4-го левела. Лич сейчас уже получит свой ультимейт. Продолжает Excalibur гонять смешем. Так, смеш, давайте посмотрим, что у него есть. Я думаю, принесет он себе сейчас свой мидас, но с мидасом видно, что у него не так быстро получается, как хотелось бы. Бутылка 700 сейчас стоит. 450, ботинок 500. Варежка. Ну и графики видно, что менялись налево-направо. Счет сейчас 4-4. Ну, not today, ну... 4,5-5 сотен преимущество по золоту. 1500 у них же по опыту. Вот это преимущество по опыту может быть немножко неприятно для команды Not Today, но важно понимать, что это Лич, который донает крипов, который опыта имеет огромное количество. Вот у него уже есть ультимейт. Раз что мана не хватает. Снейкинг вернулся обратно, готов вам фармить. Купил себе урну, чтобы перелетать убивать отрегениться обратно. Хаунт готов вроде бы. А вот на лейне фармы ему просто не дают. Что делать сейчас не совсем ясно. То ли звать саппортов, прогонять их, убивать. Так еще и подерутся в ответ на оттуда и поставить хроносферу. Либо на каком-то из других лейнов пытаться кого-то ловить. Вот, собственно, кентавр сейчас должен с этим помочь. Пока что фармит просто от пулы. Но уже становится ясно, что очень быстро радианса здесь совершенно точно не будет. И придется надеяться на разоры в ранних стимфайтах гарантированно. Масоку с Михоком. Выслеживает они Снейкинга. Прыжок. Санстрайк. Ну и Чейнфрост уже просто наверняка. Можно было даже оставить этот Чейнфрост. Я думаю, хватило бы урона. Так, мистика. Находит корока. Корок убегает, начинает рубить вайпера. Нажимает стампит, продолжает за ним гоняться. Бегают они кругами. Вайпер вгрызается в Фогда. И у него же фокус файр, он себя прячет. Сейчас появится 3 шадудем, но их сразу всех расстреляли. Ну и Корок точно так же, по такой же схеме. Отбежал Вайпер и просто заплевал. Появляется Спектра. Снейкинг. Даггер. Даггером не попадает. Каким-то совершенно невероятным образом. И решил убить сурки, но понял, что не будет этого делать. Что мы замедление с коррозией скина, и мало ли еще кто-то придет. Он прилетал с фонтана, поэтому лезть куда-то, терять хп просто так.
Смысла особо нет, чтобы обратно возвращаться снова в фонтан, даже если бы он кого-то убил. Поэтому остается на лейне и фармит. Фант использовал просто как телепорт, но видно, что привязали его здесь. Привязывал вайпер. Вайпер начинает вгрызаться в Фогда. У Фогда неприятность, но вайпер самого все-таки убьет. Снейкинг. Теперь проблема еще и мистика. Урну на него надели. Погибает? Нет, стика. Даблкил для снейкинга. Урна есть сейчас про хилиться. Не зря покупал. Но корк на ботом лейн. Обратно поменялись. То есть сходил снейкинг вниз, понял, что там все очень плохо, его там убивают постоянно. Вернулся обратно. То есть на топе оказывается хоть и вайпер, но выяснилось, что вайпер меньше есть зол. Один лишь экскалибур спокойно стоит и ни на что не жалуется. Так, ну что, 6-8. Есть уже более-менее видны тренды, что у Not Today чуть больше 1200-1300 у них по золоту. 2000 у них есть по опыту. Хроносфера отлипла, отлип практически Chainfrost, 20 секунд осталось. Ну и готовы здесь начинать пуш свои. Да, уже практически сломали. Not Today. Ну что, Разор, это единственная надежда, можно сказать, сейчас для Нави, потому что понятно, что Блинк будет очень поздний у Корока. Про Радианса вообще заикаться смысла нет, но, кстати, почти 1500 есть у Снейкинга на 12 минуте, то есть возможно. Если хорошенько они сейчас будут драться, если хорошенько он хантами будет вырезать кого-то, либо урной добивать, возможно, все-таки что-то будет. Так, Михок. Нашли Мирану, но Мирана не самая желанная цель, она, кстати, 6 уровня. Так, Хроносфера, отличнейший дисрапшн от Фогда, он... В итоге времени совсем не дал, но полетел Chainfrost между всеми иллюзиями, там просто заживал этот товарищ. Так, хант. Побежал еще и Корок. Вбегает на Михока. Получает шикошот, но снейкинг добить бы. Урну. Приходит вайпер и просто дает меку. Урны нет, там зарядов. Я вспомнил, прохилился товарищ. Так, шикошот. Вот его как раз бафнули. Это дополнительный рейндж дали шикошот. И это именно видно прямо-таки. И Корк в итоге уничтожили с санстрайком. Ну и Нокер, в отличие от Экскалибура, хоть он тоже и не перемещается, но в то же время помогает всегда. Если Шкошу отвяжет, то гарантированно идет туда санстрайк, ну либо в Хроносферу. Ну и все, Тару сломали. Улетает Виндрейнджер. Собственно, все улетают на базу, надо прохилиться. Закупается. Появляется Mask of Madness. И Нокер наконец-то приносит себе Мидас. 13 минут. Достаточно поздний Мидас. Ну и похоже попался он здесь. Прячется в Disruption. Пытается бежать. Получает стрелу. И здесь уже Ghost Walk набрать точно не успеет. Даже как-то не пытался, похоже. Только кулдаун у него был на инвоке. Экскальбур переместился на топ. На топе он сломал здесь тауэр, то есть размен был тварями, снизу забрали тауэр, но today Экскалибур сломал ушко на топе. У Нави все на самом деле не так плохо, как может показаться, то есть спектра продолжает фармить, 1800 ей до сакрит релика, 14 минуты. Корок начинает всех разгонять, понятно, что с блинком все плохо, но главное это стампит, учитывая, что будет хаунт. Могут они все-таки как-то обыгрывать, пытаться ситуацию. Главное самому потом не погибать. Самому потом жить. Рагнарёк наглеет. Приходит Войд. Раз удар, два удар. Лип. Застрял в кустах. И получает баши, получает баши. Стрелу в упор пытался дать. Ну и перевязали, добили. Как-то он немного странно отыграл, что... Пытался прыгнуть в деревья, но просто не допрыгнул. И там же вариантов особо не было. Ну, Экскалибур возвращается на мид, есть у него невидимость в бутылке и просто стоит, бьет тауэр. К ним приходит лич. Намекает, что если что будет Хроносфера, Chainfrost, но Войд пока что видно было его на топе. Крипам показывается. Экскалибур вообще ходит крипов, подметая с карты. Торопится он сделать своим блокинбаром, понимает, что и санстрайк, и Chainfrost, всего этого. Видите, он просто не хочет, он хочет просто прицепиться к кому-то и потом всех убить. Ну и посмотрим, получится ли. У
енот все еще сохраняется. Это преимущество в районе 2000 по золоту. 3000 у них же по опыту, вроде как все неплохо. И вроде как готовы они драться дальше с хроносферой, но пока что Войт фармит. Ну и пошли этого Войда искать. Двое смоки, нужна будет поддержка, нужен будет хаунт. Не стали нажимать они невидимость, находят мистика. Так, Вардом. Вардом все прекрасно было видно, хаунт пошел, хаунт, кстати. Практически весь дистрапшн шел, урон не наносил иллюзии, но Войда тем не менее убили. Виндрейнджер убежал, но задача выполнена. Сняли с него опыт, сняли золото. Больше 1000. Поделили на всех. И достаточно неплохо все вышло. Кентавр снизу сидел, смотрел на крипов. Получал с них опыт. Пытался их убивать, но понял, что там придется сейчас много людей, и поэтому убежал. Вернулся обратно на базу. Вот кентавру сейчас надо увлечься как-то фармом, прям-таки немножко жадным стать, прекратить на всех набегать. Либо набегать очень безопасно, чтобы не погибал сам гарантированно. Блинк все равно нужен. Выходит на мид. Здесь бегает Индрейнджер. Нави захватывает вражеский лес. Но на Тудей просто идут в мид. И готовы мид ломать. Здесь стоит очень агрессивный вард. То есть можно будет здесь влетать в Войду сейчас, ловить кого-то. Но самого Войда пока нет, он только-только респаунился и бежит на топ. Так, корок. Можно, кстати, попробовать как-то обыграть ситуацию, но хаунта нет, поэтому приходится стараться стампит просто, чтобы жить. Никто никуда не набегает, и Not Today вообще не боится ничего. Они видят, что стрелой по ним тоже не попадают. В центре варды у них стоят. Стоит сзади центре варды, не знаю, что там в районе их леса находятся люди. Эти люди так в лесу и фармят. То есть тауэр отдают Нави. Прожали невидимость, просто нашли Войда, вот чуть был не убил Мирану. В очередной раз. Так, фок. Пытался спрятаться за деревом, а там вард. Получает баши. Нажимает демоник порш. И его расстреляли. Ну что, ходит методично, собирает его раз карты, но туда и пока что отвечать им просто нечем Нави. Снейкинг наконец дорвался до крипов, тем не менее. То есть почти есть релик. 18 минут, то есть Радианс будет в районе 22 максимум минуты. Что на самом деле не так плохо. Главное тир 2 иметь хотя бы к тому времени. Хотя бы парочку. И было бы уже неплохо. И Корк пытался мид сломать, но получилось не так резко, как хотелось бы. Нажали фортифайл, прогнали. Спектра 11 есть второй хаунт. Здесь лежит хейст. И Корк просто в лес вынужден уже перемещаться. Хейс забирает снейкинг, ну а Тауэр с Денали на меди в итоге. Так, ну что, 1400, не хватает все еще золота. Прям катастрофически не хватает золота кентауру. Ну это для него одна из тех игр. Собственно, мы уже обсуждали в прошлом матче, как это у него работает. Немножко нестабильно он в последнее время почему-то. И Вайпер фармит свои гони. Коинбустер имеется. Хватает на следующую палку. Ну и осталось 2000. Появится Ганим. Ну и с Ганим в тимфайте уже не подамажится будет снейкингу. Понятно, что Радианс. Понятно, что пассивки. Парад Кликс не дадут. Так, ну и давненько не использовали хроносферу. Поэтому собрались все вместе. Нажимают смок и пошли. Надо убивать кого-то. Надо выгонять. Фокс стоит впереди. Прикрывает спектру. И решили, что надо не убивать, а надо бить Рошана. Это, в принципе, достаточно дельное предложение. Некрономикона есть уже у Смэша. Первым некрами танкует, ну и Рошана недавно быстро уничтожится сейчас. Есть информация. Летят стрелы, летит яд, стрела попадает в мистика. Ханта, конечно же, нет пока что. Прожали невидимость, забирает баунтирун, на ходу богатеет. Мистика надо убивать, мистику убили. Надо прокси просто шеду поздно. Наконец нажали хант. Здесь и начинают метаться. Вырезали лича, прогоняет Айва. Влетает Войд, готов ставить хроносферу, но Вайпера уже нет. Вайпера нет, Войд хроносферу поставить не может, просто нет маны. Стик он прожал, но все равно мана не было на хроносферу. Он как-то влетел, очень неловко просто взял погиб. Выкупается Виндрейнджер, но Рошан-то забирает уже Нави. Рошан на половину хп продамажить успели Not Today, но Нави сейчас устраивает прям-таки ограбление века, что ворвались и
Ну а то, что подрались хорошо, так еще и своруют Рошана сейчас с него тоже соберут. Аэгис снейкингу. Радиант. 6 сотен сверху. Ну и все, жизнь сказка. Корку только, пару крипов осталось убить, пару тройку. Один крипвейф ему отдать и... Уже себя буду чувствовать довольно уверенно, Нави. Все богатые. Black Imbarso я использовал Excalibur. 2000 теперь есть помимо этого, то есть скоро появится у него гоним. Сейчас главное не наглеть, он выходит, начинает вести себя очень смело. Пытается зажимать всех. Как раз в обход идет лич, готов ловить этого Excalibur. Ну, пока что просто расставляет варды. Неловко очень получилось, что из хроносферы как-то будет, во-первых, сам опоздал, во-вторых, с хроносферы как-то все не сложилось совсем. Запаниковали, заметались и расплатили за это достаточно серьезно. Так, ну и смотрим, ответственный взлет. 2000 теперь у Нави. 5000 они получили за этот тимфайт, за этого Рошана. Ну и по опыту 7,5. То есть сейчас у них 5000 еще и по опыту. По обоим графикам у них. По одному 2000, по второму 5. Спектра с Радиансом, Спектра с Аегисом. 5 секунд до ханта, он готов его тратить. Вот, наконец-то, блин, кукорока. Ходит под вардом, как-то они прям-таки очень смело под вардом ходят здесь. Вот, делает вид, что он просто так нажимает Mask of Madness. На самом деле все не просто так. Показал себя Мирана. В любом случае, вот я и видел, но Мирана как минимум себя обозначил в том плане, что теперь информация гарантирована, если у Вайда, даже если ее не было бы. Ну что, в любом случае, Спектре надо фармить дальше, еще слотов ей достаточно много надо собирать для того, чтобы быть прям совсем очень опасной. И Нокер же пока доделает себе. Копит на свой третий рецепт. Вайпер доделает и гоним постепенно. Осталось чуть меньше тысячи. Больше, точнее, тысячи. Ну и коза Нави. Стампит прожали, видит они смеша. Здесь довольно агрессивно вард стоял. Притом вард достаточно старый, но тем не менее сработал. И Нокера убили. Книжка появится не так быстро. Это значит, что пока что на тир 2 никто не пойдет. Так. Влетает. Хроносфер поставил. Это Аегис. Это не страшно, стрела полетела. Ну и задача выполнена, вроде как уже довольно и отходит. Телепортируются все. Снейкинг все понял. Крипами увидел, что телепорт, и не стал даже пытаться. Что-то делать. Каунт нажимать. Ну и все, начинается стандартно 4+1, что 4 товарища ходят, всех убивают. Если получается плохо, если тимфайт прям-таки, то спектра нажимает свою кнопочку. И сейчас главное, чтобы спектра не погибли в одиночку сейчас как-то. Не поймали его еще раз. Ну, знаешь, что все улетели там на базу. Самое страшное для него это фейсли свой, остальных он вообще бояться особо не должен. Разве что на него двоих-троих героев вышлет. Так, каунт на мистика. Хроносфера, хроносфера пока что нет. Полетел Чейн Фрост. Масока просто от каунта у него хп не осталось. Появляется вайпер, начинает заплевывать короком. Так, здесь меч сводит, кстати, со своим Mask of Madness. Застряли все в кустах. Очень неудобная позиция для Нави сейчас. Идет Войд, думает, что делать. Находит его Снейкинг. Снейкинг притом был невидимый, дает урну. И просто прогоняет Михаока, и он притом его дожжет сейчас. Действительно, Войд отпрыгивает и там догорает. Тем не менее, потеряли разорвать в кустах. И теперь проблема, что Снейкинг вышел, и Санстрайк... Санстрайк не попадает. Успел нажать фейзы, Снейкинг. Ему спид хватило. Телепортируется в последний момент. Троих убили. Тир 2 не сломали, что самое главное, но в то же время. Спрашивает Фок что-то. Я не успел заметить, в чем там дело. Самая большая проблема, пожалуй, для Нави, что потеряли они сейчас разору. Ему почти хватает на аганим, но сейчас он появится, дофармит, в принципе, довольно быстро. Но если бы разоры не теряли, они бы себя еще комфортнее чувствовали. Было бы все у них не так и плохо. Ну а сейчас, как мы видим, Not Today расползается как можно быстрее по карте. Надо фармить. Фармить следующие артефакты. Личу надо получать 11, вот он приходит. Надо пару крипов здесь съесть. Получить немножко опыта. У Снейкинга Яша, у Снейкинга Витальца бустер. Вайдан убил. Довольно богатый. Рецепт на его для Фогда.
подбрасывать Вайда, пока пытается лупить кого-то в хроносфере, это бесценно. Главное, самому теперь не лезть на рожон. И вести себя аккуратно. Знаю, что там лично, уличая здесь вард, и в любом случае крипы, так что неаккуратно как-то. Спектра крутится, не понимает, где фармить. Видели здесь вардом, что пробегали товарищи, здесь стоит вот этот вот опс, который, кстати, тоже достаточно старый, но помогает сейчас снейкингу. Ну и невидимость прожали, находит дополнительную невидимость. Экскалибур в бутылку сует. Снейкинг пошел смотреть, что в лесах его находит. Некро-юнит. И прям-таки выгоняет его из леса. Фармить не дает, он довольно долго не фармит. Так, ну что, вот он, аганим прилетает под вардом. В принципе, здесь и так все показались. Прячется на оттуда. С одной стороны, они искали спектру, с другой сами прятались сверх. То есть карту как-то так вот поделили. Стоит мистик, смотрит на спектру. Влетает фейслис войд, влетает хроносфера, и это минус снейкинг. Санстрайк пошел. Улетать? Байбэк хаунд будет? Будет ли здесь кто-то мстить? Находит мехак, влетает корок и месть. Минус войд. Пожалуй, самая большая проблема, но туда, что у них фейслис войд работает ганкером, они пытаются там фармить какие-то слоты. Слоты пытаются фармить вайпера вместо этого. И, кстати, здесь нашли и просто били лича. Теперь еще и вайпера находят. Стампит прожали. Здесь цепляется мистиком. На месте спектра я бы купался и делал дела, но здесь экскалибров, в принципе, хватает, что всех разгоняет они. Корок еще один хуфстомп. Но здесь уже экскалибр с аганимом берется за дело. Приходит инвокер, понимает, что он опоздал, что четверых они потеряли просто так за убийство спектры. И убили только по ним эту еще шедоу демона, и все. Как видно, 4000 нави получили за это. 5400 спектры собрали на тудей. Так, экскалибур. Респаун спектра, ну и находят они смеша. Смеш вызывает некронитов. Прячется. Радианс, его должно быть видно, учитывая, что есть черный вот этот след. Почему не гонится снейкинг? Боится, он как-то перепугался. Он бы дожег его. Ну, респаунулись там же товарищи, видимо, этого и боялись, что придет кто-то на помощь. Собственно, здесь бегает рядом лич. Как-то не очень эффективно потрачен в итоге Bloodhound, но тем не менее, больше 4000 по нетворсу Нави, 7500 у них же по опыту, видно, что ждут падения небольшие, но тем не менее, держатся. Преимущество они имеют, несмотря на не самый комфортный для них лейнинг, что постоянно они там свичили лейн туда-сюда, что было им очень неудобно, что с одной стороны лич, с другой вайпер. Так, вайда. Просто casual disruption и ушел. Ну и выгоняет. Что-то поздно, намекаю, что их здесь много и не боится он ничего. А Войд тоже не боится. Войд ходит фармить, надо стрелу запускать. Подходит клип под стрелу, очень неудобно. Не пошло. Войд отпрыгивает. Пингует туда разор, говорит, куда делся Войд. Похоже, не увидели его, что-то поздно ходит фок. Находит. Находит Вайда, можно его спрятаться. Дать вижен иллюзиями. Войд прыгает еще дальше. Идет спектра на даггере. Здесь прорублен деревья, туда забиралась Виндрейджер, который пытается телепортироваться. И Войд тоже пытался улететь. Улетает, кстати. Оба улетают. Потратили на них время. В итоге Нави, но так и не убили. Хоть такая многоходовка здесь была. Ну и Нави знает, что хроносфера потрачена для телепорта была. Не можно идти вперед и как минимум тир 1 забрать многострадальник, который довольно давно он здесь стоит. Ну пора его наконец сносить. И возможно даже дальше пойдут. Так, инвокер пытается меняться. Приходит с форс-спиритами. Проверяет стрелы Мирана. Возможно видел смеша. И тауэр сломали. Улетают. Не стали бить тир 2 пока что Нави. Так, снейкинг. Проблема на самом деле у снейкинга. Надо им бежать либо телепортироваться. Санстрайк. И вайпер его просто убивает. С помощью инвокера. Множественные телепорты. Инвокер сейчас будет пытаться разбираться с Фогдом. Он понимает, что любого саппорта он убьет соло. Но рядом еще и корок, поэтому надо отходить. Как-то очень неловко опять у снейкинга все это происходит.
одним словом, оффлайнер. Ведет себя чуть смелее всегда, чем требуется. Ну и Рошан, новый Рошан появляется, его обрабатывает здесь Фейсис Войд. Спектра сейчас появится, понятно, что хаун будет, но информации-то нет у самих Нави, то есть, возможно, они видели сейчас вардом, что здесь забираются какие-то люди в сторону Рошан, но Рошан уже на половине хп. Спектре не будет 25 секунд, и придется Рошана отдавать. Отдавать Аегис. Наступают для них тяжелые времена. Идет Корок, нажали невидимость, не успеет уже. Рошан добили, нажали смог, здесь невидимый ходит товарищ. Появляется разор за невидимость тоже. Инвокер моментально прячется, Михок. Ну как там улетел, хроносфер поставил, и чего? Телепортируется, понял, что все получилось совсем нехорошо. Появляется спектра, непонятно на кого влетать, абсолютно. Влетает на Лича, Лич просто улетает от него, но не улетает на самом деле. Все-таки его подцепили. Ну что, убили инвокера, убили Лича. Аегис до сих пор есть у Вайпера. Вайпер основная ударная сила все-таки сейчас у команды Not Today, а вовсе не Фейсис Войд. Так, Корок находит. Получает дисрапшн, рядом Экскалибур. Экскалибур кулдаун пока что на ультимейте, он не настолько страшный. Но, тем не менее, Стасик Линком присосался, у Михалка неприятности. А вот Вайпер убивает Shadow Demon и вгрызается теперь уже в Экскалибура. Спектра где-то очень далеко, он фармит где-то леса просто. И команда без него пыталась разбираться, но у Экскалибура видно, что не получается совладать с Вайпером. Появляется наконец-то снайкинг, сейчас закончится блэкинбар. Вайпер там неприятность, Корок с разворота может попробовать ее добить, но не стал рисковать. Возможно, действительно, это была не лучшая идея. Обновляет урну на Виндрейнджер. Снайкинг хоть кого-то убить. Получает еще один вайпер страйк. Понимает, что сейчас появится. Придет либо Лич, либо кто-то еще и прячется в кустах, уходит, улетает. Как-то Нави начинает разделяться, что четверо бегают. Притом без ультимейта, без Айв за Шторм они забежали. Начали убивать с вайпером, у которого 2000 хп, 200. У которого еще и Аегис, то есть которого убивать смысла вообще нет. И притом спектре рядом абсолютно не было. Допускают ошибки, одним словом. Но тем не менее, есть у них небольшой буфер, все еще есть у них 5000 по золоту, 5000 по опыту, то есть могут себе позволить хотя бы один тимфайт проиграть безопасно для себя, ну а потом уже надо будет призадуматься. Пока что Снейкинг доделает себе мантостайл. Доделал, точнее, мантостайл уже копит на карту Тараск. Надо все-таки апгрейдить этот Витальти бустер. Кентавр с форстафом. Кентавр 1800, возможно, тоже будет уплотняться. И Разор просто купил плейтмейл. 2500 в кармане. Скоро, я думаю, появится либо Кирас, либо Шива. Посмотрим, что будет ему интереснее. Ну и Нот чувствует, что они контролируют сейчас ситуацию. Им надо тратить Аегис, идти. А Вайпера с ним пока нет. Вайпер продолжает свой фарм. Нос к носу они идут, все трое. Разор что? Спектра что? Вайпер. Так, Блинк смог. Прям MLG смог. Так, в обход. Сейчас найдут вообще всех друг друга. Забегает мистику. Пустили первый Виндрейнджер, сразу же хант, сразу же всех видно. Влетает Кентавр, хоть кого-то надо подцеплять. И это оказался Виндрейнджер. Ну, не самый приятный, конечно, килл. Чейнфрост полетел, просто какой-то рандомный Чейнфрост. Никуда. Просвечивает, Масоку распилили. Саппортов вообще не осталось, Фейслис Войд вроде готов летать. Летает, кстати. Здесь же Вайпер, Хроносферу поставили, Снейкинг получает санстрайк, у Снейкинга проблемы, но пассивкой своей и Радиансом убивает. Убивает Вайда, прохиливает с урной, возвращается обратно. Здесь это, кстати, Аегис, и сейчас надо с Вайпером будет пытаться разбираться. Блэкинбар у меня есть, он улетает. Кстати, чуть было не добили, если бы была еще Спектра здесь, то, возможно, добили бы, но Спектра перепугалась, что урну он на себя кинул и просто бежать. Мало ли будут там какие-то санстрайки и так далее. Но санстрайк у него уже был. Так. Ну это тир 2. 10 секунд ультимейта. Здесь вручную можно этот тауэр заковырять. И потом на нижний лейн. На нижний лейн можно переместиться и на нижнем лейне тоже разобраться. Вот Кор, кстати, не стал жадничать, сходил к Пелангард и сделал из него Кримзон Гард. Вайпер здесь катает на Юле. Пока что так, Фогт. Получаешь шкалшот. Ну и просто идет.
избегает санстрайк, ну и так и идет, как шлось ему, так и идет ему нормально. Снейк начинает иллюзии фармить, начинает потихоньку сплитпушить. Его сейчас должны искать. Собственно, выезжает паровозик в его сторону. Расставляет Варды Лич, не стесняется. Видит ауру Радианса и в ту сторону должен сейчас перебегать Войт, но видно, что есть саппорты рядом. Вот. Либо Гема, либо Сентревича не хватает, но с некрами постоянно расчищается инвокер. Так, шиклшот. Дахаунт, 5 секунд буквально, приходит спектра, там вся команда вообще. Нажимает мантастайл, получается стампит, пытается просто жить. Ну и здесь приходит вся остальная команда сзади и... Ну, но оттуда неприятности. Вайпер опять, Блэкимбар тэп-аут. Ну, Блэкимбар уже 7 секунд в следующий раз будет. Хаунту не было, нет информации, где Войт, где инвокер, они просто убежали. Ну, Войт уже появляется снизу. Три тысячи экспириенс из ниоткуда, 1000 золота собрали Нави. Шива есть уже, можно копить дальше на рефрешер, если охота, рефрешер. Ну, посмотрим, что Экскалибр там будет покупать. Но уже и у Мирана появляются слоты, Миран с Мэштромом. Ох, так активнее начинает работать по вардам. Если вайпер сейчас найдут, после его телепорт убьют, вот, собственно, на него выходит. Выходит Экскалибр. Экскалибр показался, и вайпер развернулся, ноп, и ушел. Буквально чуть-чуть не хватило, его бы сейчас нашли, и все было бы совсем плохо. 3400 хватает. Хватает на топор, надо покупать от греха подальше. Ну, курьер пока что мимо. Так, ну, Экскалибр, хп ему немножко не хватает, но, тем не менее, тар прожигает. Вайпер страйк. Хаунт. Невидимость. Экскалибр пытается размазаться, он нажал Блэкимбар, от инвокера мокрого места здесь не осталось уже. Чейнфрост полетел, Чейнфрост снейкинг, тот монтоставочный нажимает, чтобы получше летал все это хозяйство. Получая хроносферу, сразу же Юл Вайда. Заканчивается, наконец, Чейнфрост, ну и снейкинг просто расстреляли. Стрела полетела, стрела попадает в вайпер, надо таур хотя бы добить, но таур здесь уже не до таура на самом деле. Выкупался инвокер, собственно, он вернулся, санстрайки дает. У Вайда неприятности, у вайпера тоже неприятности, но в Блэкимбаре опять-таки улетает. И таур все-таки добили. Инвокер после байбека возвращается обратно, а здесь уже надо уходить. Спектра выкупаться не стал, у него есть деньги, он понимает, что в следующий раз он будет с карты Федораска, его уже не убьют. Так, корку привязали. Ну, разошлись вроде бы мирно. Сбивает ему блинк. Неприятный инвокер очень. Корок еще и крутится, думает, может, подцеплю сейчас какую-нибудь жадину. Кто будет пытаться здесь фармить. Здесь действительно идет Виндрейнджер фармить. Вардом они видели, что Корок отсюда не бежал. Корок видит инвокера. Сам Корок достаточно быстро регенит с него авангард. Он доделал уже. Кримзенгард надо принести. Так, Фокт. Находит леща. Стрела. Издалека. Попадет ли? Демоник Порше попадает. Соло Кэчери там стрелы чуть ли не ваншотно. Но и здесь и мистик попался. Нави пока что просто фармят вражеских саппортов. Пока у них респальный спектра, можно было спокойно это делать. Ну что, скоро появится Рошан. 15 тысяч теперь у Нави по одному графику, за 15 по-другому. Уже чувствую себя очень комфортно. Что-то надо сделать со снейкингом, как-то его починить, чтобы он больше не погибал, и сейчас он это поправится. То есть осталось буквально 3-4 сотни появится у него эта карта в Тараск, наконец. Ну а пока он находит вайпера и сейчас заставит его очередной Блэкимбар потратить. У вайпера альтернатив просто нет. Блэкимбар тэп-аут. Это легкий рошан для команды Resident. Информации, правда, нет про то, что он существует на свете. Я думаю, сейчас проверить. Так. На разора. У нас сферу поставили. Проблема у Михок, кстати, достаточно больно он получает свой Mask of Madness. Прокастовались. Хант. Войду, надо бежать просто. Просто бежать как можно дальше. Не убежал. Ну и Нокер тоже уже никуда не делся. Находит курьера. Как-то просто между делом убили. Курьер пустой, к счастью, был. Ну все, можно идти ломать мид. Карта в Тараск имеется у Снейкинга, наконец. Хватает на рефрешер, Экскалибур можно будет сейчас купить. Делают копии дополнительные, ну и просто идут режут таур. Ну что можно сказать, довольно неплохо все проворачивает, так здесь. Как-то совсем с другой стороны абсолютно находит мистика. Он при этом бежит от Люди Спектри, неужели сгорит?
Нет, убежал в фонтан все-таки. Один удар от десолейта и погибал бы, но не догнала иллюзия. Ну и все, мы сломали, перемещаться можно на ботом лейне. Здесь внезапно оказывается Сердотаур. Поэтому можно пока сбегать на Рошана, а потом уже все это донести. Ну что я хотел сказать, но today шансы были, при том достаточно неплохие. Они прям таки поджимали Na'Vi. Все выглядело довольно серьезно. Na'Vi отбивались очень уверенно и видно, что в игру они прям вернулись. Вот этот вот небольшой дефицит в 4 в 3 тысячи уже выглядит очень смешно по сравнению с тем, что сейчас происходит по 20, по 25 тысяч. Ну и вайпера. Геймплей в последнее время заключается только в том, что он куда-то выходит и либо блокинбар тэп-аут, либо как сейчас просто погибает. Похоже, блокинбар уже просто не стал нажимать, уже смирился со своей участью. Так, ну и все, про Рошана просто забыли, раз нам удобно можно было подраться. Снейкинг в себя впитывает, если что, отрегенится, главное, чтобы больше никто не получал урон. Ну и пошли. Заходит сразу же, очень смело прогоняет инвокер, чтобы он не воевал. Блэкинбар находит Вайда, Вайда тоже прогоняет. Стампит поражали, там иллюзии просто бегут, и просто иллюзии всех сгоняет. Фонтан пока что здесь ломается, вторая сторона. Я думаю, на этом можно уже постепенно заканчивать. Так, здесь снейкинг. Давай. Санстрайк. Чейн Фрост. Никок просто погибает от урона Радианса и Дисперсиона. Что в снейкинг все сдали в его иллюзии, и там пошло все в разные стороны. Снимается со снейкинга огромное количество золота Виндрейджа, у нас сразу же байбэк хант и возвращается обратно. GG. Ну что, 2-0 побеждают Na'Vi. Достаточно интересные были матчи, что пытались на Today нам показывать сначала саппорт кунг, теперь собирали вокруг Вайда лайнап. Ну, вот как-то он не взлетел совсем, что начал он пытаться исключительно ганкать спектру, и в итоге остался без фарма, его находили просто всегда, убивали. Ну и Na'Vi у нас переходит в гранд-финал. Гранд-финал у нас будет вечером вторника, точнее ночью вторника. Будем смотреть, там будет best of 5. Преимущество в один матч будет у Sneaky Nix Assassins, так как они пришли из верхней сетки вчера, мы смотрели их матч. И на этом у нас на сегодня все. Сегодня у нас всего лишь одна серия была. Спасибо всем, кто смотрел. До свидания, до встречи во вторник.